Ролик начинается с заветного звука открывания очередного сториджа. Друзья, я приветствую всех, кто заглянул на огонек, всех, кто смотрит и присматривает за каналом. Небольшой юнит, обошелся нам в $110. Быстренько сейчас разберем, посмотрим. И если здесь особо смотреть нечего, поедем сразу же на другой. Там побольше, там поинтересней. Приступаем. Пустые легкие коробки. Одна в другой. Нет, чуть-чуть вещей есть, да? Но зато есть бины. Ну, это Goodwill, тут ничего интересного. Так, чемодан. Чемодан. Тут все чистенько, честно говоря, даже перчатки неохота одевать. Чемодан хороший, но пустой. Я думаю, мы его баксов за 20 продадим. Так, теперь самое главное, что здесь? Новые. Виктория Секрет. Труселя. Мерить не будем. Какой-то пояс, ремень или от сумки. Ну, смотри, шортики. О! А что за сумка? Ничего она не открывается. А, чуть не сломал. Шанель! Made in France! Ну, это подделка, Она, ты потрогай ее, она не выглядит как подделка вообще, даже близко. Она очень похожа на настоящую Шанель. Да. Офигеть. Ты думал, качество чувствуешь? Ты что перчатки нацепила? А я вон что увидела, поэтому и нацепила. Ну ты, конечно, у тебя глаз алмаз. Там еще есть. О, 50 баксов, прикинь. Не лосины, это как штаны кожаные новые. Да. И обязательно их надо носить вот так, без верха. Держи, это тебе. А вот еще, вот они, смотри, вот которые распечатанные. Нет, это другие. Очень удобно. Смотри, очень удобно. Чтобы, так сказать, можно было это... гадить, не снимая штаны. Это тоже новое. Ты как скажешь, гадить, не снимая штаны. Ну, смотри, для чего еще эта дырка? Ну, значит... А, ну это наручники. А-а-а. Пушистые такие, да, наручники, да, все дела. Новые. А красный шарик где? Сейчас, подожди, здесь еще будет. Не все. О. О. Женева? Да. Новенький. А вон еще бижутерия тоже новая. Сейчас посмотрим. Хороший чемоданчик. Да, мне это нравится. Так, здесь нижнее белье какое-то такое тематического какого-то характера. Полосочки. Еще шортики. А снова Виктория Секрет. Это уже лифчик. Да, ну это здорово. Это Виктория Секрет. О, лосин. Ой. Красные колготки. Чулки или как их там, ну. Чулки, а это. О! О! Костюм. Вот это придется мерить. Открытый был. Мне кажется, он нету, нету там. Почему? Там. Костюм на месте, он новый, запечатанный. Так. Давайте попробуем-ка, друзья. 10 тысяч лайков, и Аня его мерит. 20 тысяч лайков, и я его мерю. Так, а вот бэушную. Так, что здесь? Лифчики. О, это костюм опять. Что-то, и причем... что-то крутое. Да, это очень крутой бренд. О, подтяжки. Нет? Да, да. Это для чулков, да, для правильно? Чулков, да. Это что? Это что за трусы, блин, а? Ну что за трусы? Тут даже наложить некуда. А, это еще и вот так вот одевать. О, это купальник. Очень похоже на... Нет, не похоже на... Надо проверить, что за брендик. Но... Ну, Италия, ну, он так на ощупь прям качественный, да? И он новый, он с бирочкой. Оно все с бирками. Здесь все с бирками, да. Оно все с бирками. Все новые люди. Все новое. Купальник тоже. Купальничек, да. Ну, блин, полосочки вот эти вот. Смотри, какой купальничек. Такое. Ну, ты же знаешь. Не, ну, само собой, как такое носить? Я же говорю, наложить даже некуда. Окей. Цены нету, да? Есть, $29. 29 баксов, окей. Ну, и здесь вот такое, вот оно, все. Все нижнее белье. Все нижнее белье, но новое, это да. Хорошо. И купальники, это неплохо. У нас это уже деньги. Тут начинается жара. И это можно либо продать, либо себе оставить, да? Так, а вот это все нижнее белье, сразу могу сказать. Ну я тоже, я вижу, что вот нижнее белье еще.
Я пожалуйста, нижнее белье Starline. О. А это что? Как это зажигалка, что ли? В отдельном пакетике. Или это курительное? Я не знаю. На ощупь приятная такая вещь. Это еще чулки, нижние, чулки. Еще чулочки. Тоже здесь нижние. Тоже, да, нижнее белье красивое. Еще наручники, ошейник или что это? Это купальник. А здесь сережки. А что-то какие-то они странные, черные. Черные, да? Не знаю. Жалко, что не желтые. Золотишко было бы приятнее. Так, ну все, да? Да, нижнее белье. Куча различных интересных вещичек. Не, вот это купальники, это можно продать, если они новенькие. Вообще без проблем. Ну это да. 30 тысяч лайков, и я это померю. Я шучу, шучу. А может, не шучу. Сумка новая, в ней же была бумага, и, по-моему, и все. Шанель прям все такое. Дома разберемся. Давай, закрываем чемодан. Чемодан хороший, мне понравился. Так, здесь у нас пустая коробка от Aldo. Конверсы. Конверсы не пустая, но конверсы это такое себе. Хотя эти, да. Нет, не новые. Пару раз одеванные. Ну, двадцатка максимум. Но уже на следующий день продали за 40. Еще конверсы с фламинго, но одна штука. Нет, вот вторая. Есть? Так, шприцы. Эти тапки тоже вон там есть. Тапочка. Ну, этот мусор. Или Гудвилл. Тоже конверс. А, это Найки. Найки? Найки написано. Найк. Да, точно, это Найк. Размер моделька. 10,5. Камуфля. Не, мне маленький, я вижу даже просто так, на глаз я вижу. Я себе уже с предыдущего оставил себе пуму шикарную. 100 баксов стоит. Решил, мой размер просто. Это Timberland. Да, вот написано Timberland. Я такую модель что-то не встречал. Timberland. В таком исполнении. Ну, Timberland это как минимум 20-30 долларов. Уже проверим 50. Моделечку. Так. Тапочки новые, смотри. Ну. Все, у нас дома есть тапочки. Это как подушки, что ли? Я не понял, а я думал, там девочка. Это юнит девочки, нет? Нет. Это не юнит девочки? Вы что, издеваетесь, что ли? Мальчика, почему сразу голубого? Может быть, он просто любит собак и бикини? Да. Тапочки. О! Расцветочка подтверждает, так сказать, наши предположения. Тапочки прикольные. Но на продажу. Да, смотри, все радуга. Угу. О-ля-ля. Давай вот это ты поверишь. О-ля-ля. Дай мне перчатки, пожалуйста. Я что-то не у меня. Вот кто мог знать, да? Что такой маленький юнит, а столько веселья будет. Ля-ля! Сразу тебе фантазия, блин. Мать, ай-яй-яй. Спокойно. Держи себя в руках. Еще один мешочек для хозяйства. Зачем здесь кольцо внутри? Ну вот это не знаю, это надо у них спросить. Зачем. Ребят, кто в теме? Объясните, зачем внутри кольцо. Я не думаю, что вообще. Завязывай. У нас среди зрителей, я думаю, есть еще те извращенцы, парочка-троечка найдется. Друзья, пардон, вот снимал я весь этот ролик вот одним кадром, не выключая камеру, потому что там, ну, как бы немного находок. И вот на вот этом самом моменте камера, видимо, выключилась, и все, и дальше файлов нету. Было много чего там такого еще веселенького, интересного, тематического в этом плане. Человек, которому принадлежал этот юнит, он работал здесь, в Вегасе, порноиндустрии,
уехал в Калифорнию и как бы эти все вещички в своем стороже бросил. Как бы особо ценного ничего нету, продали там часть нижнего белья, продали обувь почти всю, в принципе, продали. Плюс-минус где-то на 200-300 долларов, но не это важное. Сейчас я просто записываю, вот в момент монтажа я увидел, что у меня не хватает файла, и вот просто сразу же вышел на улицу, записываю вам это видео. Хочу показать основную находку в этом Unity. Конечно же, это она. Это сумочка Chanel. Она невероятно качественная, вот прям на ощупь. Все дела. Мы проверяли ее как только могли. Звонили в магазины Chanel. Они говорят, мы аутентификацию не проводим. Вот, но по YouTube и так далее у нас мнения разделились. Настоящая она или нет. Все указывает на то, что вроде бы настоящая, но не знаю, почему есть сомнения. А сомнения, наверное, у нас есть потому, что сумка эта стоит в районе 5000. Вот, например, подобная модель за 5000 была продана, но у нас еще она как бы обработана там различными декор-элементами. Например, вот эта сумочка, она уже больше похожа именно по оформлению, только у нее есть ручка, у нас ручки нету. Была продана за 8 тысяч долларов. Ну и много продаж, плюс-минус вот по 5 тысяч. От 3 до 5 тысяч эта сумка стоит. Что интересно, модель называется Boy. Как я уже сказал, в местных магазинах Chanel нам сказали, что они аутентификацию не проводят, и что сделать это, они сказали, в принципе невозможно. Не знаю почему. Сказали, смотрите YouTube. Смотрим YouTube. Различные как бы варианты сравнений там подделок с оригиналом, и к одному мнению пока прийти не можем. Поэтому давайте я плюсовать сюда никаких денег не буду, но сумка очень качественно сделана, даже если, допустим, она не оригинал, она просто очень приятна на ощупь и очень хорошо сделана. Даже в таком как бы варианте, что она не оригинал, я думаю, оценить ее долларов 300 можно точно, но если стрельнет, значит, это будет плюс-минус 5000, друзья. Ну и убиваем, так сказать, двух зайцев одним выстрелом. Буся радуется. Еще не знает он, что через полчаса мы улетаем без него на неделю в Майами, друзья, в Майами. Вам тоже всем желаем отличных выходных, хорошего настроения. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. Пока-пока. Увидимся.